хочу кроссовер. Ну чё, ебать, бу-бу-бу, тук-тук-тук, минус 80 тысяч, бу-бу-бу. И вот я заебался возить запчасти в седанах. Я доволен. Здорово, ебать. В жизни каждого мужика наступает момент, когда он понимает, бля, хочу кроссовер. Я не исключение. Есть одно но, одно правило, которым я руководствуюсь при покупке автомобилей. Это то, что мне нужна машина, которая будет дарить мне эмоции. То есть мне не нужен просто овощной кроссовер какой-нибудь, типа Honda CR-V, там Nissan X-Trail, типа 2 литра Атмо мощи. Вот это точно максимально не моя история. Какой у меня выбор? Либо какой-нибудь кроссовер побольше с большим Атмо мотором, по типу там Infiniti FX, там Lexus 3-литровых. Либо же можно взять 20-летнюю Subaru в 2021 году. Ну чё, ебать, бу-бу-бу, тук-тук-тук, минус 80 тысяч, бу-бу-бу, хрен вам. Subaru — надёжные машины. Блядь, чё-то стучит, да. Так говорят. Но они надёжные тогда, когда у тебя в городе есть инфраструктура, которая позволяет тебе грамотно и качественно обслуживать этот автомобиль. Почему именно Turbo 4? Во-первых, он подходил мне по бюджетам, продал Лаурель свою предыдущую машину. И типа в этот же день у меня было типа около там 500 000 рублей, и мне нужно было что-то купить. Я позвонил 5 хорькам, Toyota Harrier, фоточка будет вот тут, и Lexus RX300. Соответственно, ни один не взял трубку, позвонил Форю, поехал, посмотрел, забрал. Форик кайфовый. Объясню, нахера вообще мне кроссовер. Основная причина покупки кроссовера — это, блядь, гигантский багажник. У меня есть 2 старых Ниссана, которые мне надо обслуживать. Есть Корч Лаурель и есть Цефира, моя любовь, которую я люблю, тоже строю, что-то с ней делаю и так далее. И вот я заебался возить запчасти в седанах. Все вот ровненько. Сидушку сложил, сейчас покажу. Вот так берешь, и все, и ровный пол. Очень удобно. Багажник — это первая причина. Большое место в салоне — это, конечно же, вторая причина. Типа, ну это просто удобно, уютно с друзьями. То есть, типа, тачка на каждый день. То есть я на ней езжу каждый день. На работу, там, по съемкам, туда-сюда. И я еще ни разу не разочаровался в ней. Вот для меня кроссовер — это что-то ублюдское максимально. Вот. Но Subaru — это другая история. На них есть море тюнинга. И поэтому первое, что я сделал, ну почти, ладно, первое, я, блядь, его занизил. Купил пружинки за 5000, тейны. И вчера мы с Геннадьевичем это подкидывали. Было это примерно вот так. Подкинули пружины, Форь упал, выглядит офигенно, рулится сильно лучше, чем в стоке, потому что в стоке, когда кроссовер, когда вообще любая машина высокая, типа у нее высокий центр тяжести, при поворотах вас начинает болтать, хотя Форик сам по себе тачка достаточно взбитая и жесткая, типа, ну в этом прям большой плюс Subaru. Это вот у всех Subaru, так в этого не отнять. Если я доволен, появились хотя бы намеки на рулежку этой машины. Следующий аспект, который мне был важен именно при покупке именно автомобиля, это динамика. Объясню почему. Потому что я человек такой суетной, типа у меня много дел, постоянно я передвигаюсь по городу. И, соответственно, типа люблю передвигаться очень, ну, быстро, динамично и не терять время на дорогу. За динамику на этом прекраснейшем автомобиле. У нас, сейчас будет каламбур, внимание, отвечает сердце, которое стучит. Так вот, Subaru, представляете, не стучит. 205 мотор, 2 литра, турбо, 240 сил. Кайфом. Когда я его купил, он нихуя не ехал. Вообще. То есть, типа, я купил машину за 380 тысяч рублей. И, соответственно, пришел смотреть, прокатились. Владелец, я говорю, нажми в пол. Он нажимает в пол, понимаю, не едет нихуя. Как бы, а сам Форик, короче, кайфовый на самом деле. По кузовне, то есть, все прям, ну, как бы, все прям максимально аккуратно. То есть, как бы, тачка в состоянии, типа, цена и состояние, вот, соотношение, типа, равно, надо брать. Я забрал ее за 380 тысяч, стоял он на 390. В чем прикол? Система управления турбиной у Subaru очень хитрая. Она устроена через вакуумные трубки. И вот здесь вот, в вакуумной трубке, которая идет на актуатор, есть же клер. Предыдущий владелец
когда решил то, что у него предыдущие трубки, которые заводские, обычные, черные, когда они рассохлись, потому что мотор горячий, он решил поменять их на розовый классный силикон. Типа, розовый, значит, STI, STI, значит, спортивный, значит, будет лучше. Но он забыл, точнее, не учел, не знал, неважно, одну вещь, то, что турбина управляется при помощи жиклера. Естественно, он трубки поменял, жиклер не поставил. Машина без жиклера дула свои там 0,2, 0,3 и, соответственно, никуда не ехала. Я приехал в сервис, когда купил уже машину, говорю, ребят, не едет, они меня понял. Диагноз подошел, 2 минуты вытащил трубку, посмотрел, то, что там нет жиклера, сходил, поставил жиклер, пумно. Тачка поехала. Я сейчас вас на нем прокачу, расскажу про него поподробнее, именно про ездовые характеристики. И в конце озвучу наиболее честный отзыв новоиспеченного владельца Subaru. Когда ты попадаешь за руль Субарика, конкретно Форестера, вообще в целом, типа, мне салоны у Subaru нравятся. Что мне нравится от Subaru? Во-первых, это, естественно, звук. Звук мотора. То есть он такой, типа, немножко такой тарахтящий, такой, типа, вот такой вот. Прикольно, приятно, необычно, 100%. Ходовые характеристики здесь охуительные. Ну, то есть, для города это идеальная тачка. По шумоизоляции, естественно, блядь, какая шумоизоляция в Форестере, вы о чем говорите? Типа, ну, в целом, как бы, вменяемо соседнего пассажира во время разговора ты, как бы, можешь слышать, поэтому все, как бы, четко. Из того, что бесит, ну, сзади там всякий пластик побрякивает, короче, именно на двери, но, как бы, это поправимо, можно сделать и так далее. Расход здесь порядка 20 литров. Это нормальный расход для автомата. У меня Цефира жрет больше. Вот. По динамике. Ну, блять, давайте вот в чем мы едем. Тридцаточку. Ну вот сотку разменяли уже. 120. Смотри, квеста какая. Просто на шотганах, на всех пирогах вообще. Так, дели мобиль, ты мне не нравишься. Уходи. Уходи давай. Короче, рулежка появилась, это заебись. Вот, то есть можно там-сям поисполнять потоки, то все, блядь. Тачка дарит эмоции. То есть это не просто скучный поджопник по типу вот X-Trail, например. Бля, вообще просто ужасная машина. Кстати, я мог купить X-Trail. То есть, в целом, типа, первый X-Trail, там, типа, дористовый, он укладывается в мои бюджеты. То есть, его там 3000 за 300, за 400 можно было взять. Но, типа, блядь, где X-Trail, а где нормальный, типа, валящий Субарик? Надо будет баночку подкинуть, чтобы бу-бу-бу делало, и вообще будет охуенно. То есть, там просто полный спектр удовольствия. Звуки есть, ощущения, типа, в сидушку вдавливает вообще. Рулежка есть прям, ну, короче, максимально с кайфом вообще машина. Если у вас в городе есть инфраструктура, есть компетентные люди, я прям рекомендую брать. Но при условии, что вы рассчитаете свои бюджеты. Потому что машина капризная, 100%. Она капризная к маслу, она капризная к расходникам, капризная к сальникам. То есть за ней надо прям следить, прям как за ребеночком. Если вы готовы к этому, то есть если вы, ну, вот такой же, как и я, берите. Блять, вы будете кайфовать с нее максимально вообще. То есть, типа, нету ни одного человека, который вот любит машины и который бы сказал то, что Subaru говно ебаное. Конечно, какой-нибудь там, типа, абсурд драйв сейчас такие, типа, ко-ко-ко. Но пошли они нахуй. У меня турбофорик, блядь, мне поебать вообще. Вот так могу смотреть. И вот так могу. И он все делает, ну похуй вообще. Ну и что? Какой нахуй X-Trail? Какой нахуй хорек? Вот это надо брать. Охуенные машины, блядь. О, что за... А я знаю же эту телеку. Нихуя себе. Давай тут остановимся. Смотри. А что за тигринные машины, блядь? Давай вот тут. Честный отзыв о Subaru Forester SF5 Turbo 2000 года выпуска. Мужики, парни, может быть, девчонка какая-нибудь смотрит, я вообще охуею. Subaru надо брать, если ты не ссышь, если ты не лох, если у тебя хотя бы есть чуть-чуть денег, и ты готов обслуживать свои машины. Если ты нормальный человек, не ссышь, то Subaru – это лучшая машина для тебя на каждый день. Поэтому вот мой честный отзыв. Не ссыте брать Subaru, просто их надо грамотно обслуживать. Все. Да. Ой, моя нога. Очень странные опоры здесь, конечно. Хуя тут опоры, пиздец. Она вот такая вот. Смотри, как она смещена.
приколдес. Ой, тут даже гаечки в комплекте новые. С кайфом. А здесь? Здесь тоже гаечки в комплекте. Даже гаечки в комплекте.